как он тебе? Мистер Грей ждет вас. Он чрезвычайно умный и по-настоящему сильный. Чему вы обязаны своим успехом? Я хорошо разбираюсь в людях. Инстинктивно чувствую, как ими управлять. Анастейша. Кристиан. Заметила? Он глаз тебя не сводит. Ты с кем-то встречаешься? Ты свободна. Предпочитаю видеть твое лицо, чтобы понимать, о чем ты думаешь. А вы, похоже, диктатор. Я все держу под контролем. Звучит довольно скучно. Ты ведешь двойную игру. Лучше бы тебе держаться от меня подальше. Я не тот, кто тебе нужен. У тебя слишком много тайн. У меня непростое прошлое. Это все, что тебе стоит знать. Мои вкусы довольно необычны. Боюсь, ты не поймешь. Откройся мне. Зачем ты пытаешься меня изменить? Это не так. Это ты делаешь меня другим. Я не уверена, что смогу дать ему то, что он хочет. Если я останусь, что будет дальше? 50 оттенков серого. Смотрите в кинотеатрах с 12 февраля.